Как жаль. Башня поглотила камень единства. А я бы хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. Так почему владыка висельников? Это прозвище – скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Если все пойдет как задумано, давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно. Сын, голову, готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов? Идем. У меня на тебя большие планы. Вы поскорее. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли.
Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. Неси. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор – разрушители всего. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж? Я должен их чувствовать, но никого нет, все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал.
Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Смотри, это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Прощай, Фаи. Люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов, я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи.
Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь Бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Хм. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Я пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой, но... Может, мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Хм, странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Там прошло куда больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Знамение? Что приближается зима? Не просто зима, а великая зима, которая продлится три
лета, а после нее начнется Рагнарёк. Рагнарёк? Из-за снега? Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру. Примерно так. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты что-то изменил. Пророчество не подумало о тебе. Говорю тебе, это Фимбул Винтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни, просто говорим о погоде. Недавно похолодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да, мы слышали. Так что, если идете домой, постарайтесь не останавливаться и не умереть. А если не идете домой, то же самое. Я готов к работе. А что там с другим делом? Впереди враг! Ah!
выглядишь. Отец, возьми! Отец, берегись! Я готов! Да?
Осторожно, сзади! Жаровня. Как хочешь.
еще такие. Отлично. Сын, сюда. Слушаюсь. Квейкья. Впереди враг! Берегись, отец! Все. Ха-ха, отлично. Кто бы мог подумать, что я снова дай. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное.
Может, другой скажет что-то важное. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. Я что-то вижу наверху. Трума! Леди Воба, сын! Это все? Я думала, они посильнее.
Слева! Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его, и его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Сын. Слушаюсь. Круто, новая карта.
Нет мне покоя, пока над могилой отца стоит убийца моей матери. Еще чуть-чуть. Неплохо! Еще одна для коллекции. Моего отца похоронили с фамильной драгоценностью.